И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Conan Exiles. И, как вы понимаете, с броником у меня ничего так и не получилось. Задолбался я за ним бегать. Я потом еще бегал, много, на следующий день уже. Притомил лицедея именного. Не знаю зачем, пускай будет. Смотрю лицедея именной, думаю, о, почему бы и нет. Притомил колдуна, как оказалось, второго именного, где-то вот он. Ну, я думал, у меня не именной, оказался именной, ну, пускай будет. Притомил даже стрелка, короче, в общем, плотника, который на пробитие, короче, делает лучше оружие, короче, делает. Алхимик тоже именной появился, да. Дёготь я теперь могу создавать, и специи здесь, как бы из коры специи, ну такое себе, когда можно делать из камня соль. Неважно, короче, из травы, точно из травы можно специи делать. Кстати, возьму с собой. Что еще у меня появилось? Честно, не помню уже. Задолбался я. Вот что самое главное. Я потратил несколько часов на все это дело. Прям несколько реальных часов потратил на все это дело. Кстати, здесь, наверное, серу надо добавить. Вот, и как бы... А нету броника. Третий левел. Третий максимальный левел, который мне попадался. Вот в этом-то и вся тупость. По ресурсам, ну, что-то, да, вот алхимическая основа появилась, но это я... бегал к, ну, этих убиваешь носильщиков, и у них типа вот этот дропается, оттуда можно стак типа достать, а у меня стак 5000, вот, и поэтому да. Здесь бегал, в основном бегал вот здесь, там туда-сюда бегаешь, здесь как бы недалеко, и они респаун быстрый. Здесь долгий респаун, то есть я бегал с тупика безмолвия, да, то есть, ну, вот короче, вот отсюда, то есть наверх, вот, короче, где-то вот, где еще, а, ну да, вот здесь что-то и было, вроде бы. В общем, тоже как бы смысла в этом сильно нету. Респаун далекий. Самый легкий вариант — это вот здесь место призыва, то есть ты вот отходишь буквально вот к этим камешкам в центре экрана и обратно, то есть быстро. Черный галеон там зачищать долго. Ох, сколько на курганы я телепортировался. О, вы бы знали. Но броник так и не появился. Задолбали они меня. Я уже раз 50 подумал, может мне это... вызвать его командой? Думаю, ну блин, как-то даже для самого для себя будет нечестно. Это как использовать чит-коды в играх, а потом думать, что все хорошо. Надоедает быстро. Решил забить на все это дело и пойти за осколками силы. Охотиться за осколками силы. Пойдем в мертвый город. Взял фантомной мази. Уж фантомной мази я навыбивал на курганах очень много. Там очень много у меня дропалось с нее. С курганов, точнее. Так что туда и пойдем. Так. Это все не туда. Мне нужен вот ты, желтенький. О, голем опять пошел рубить дерево. У него там даже иногда не получалось успеть подойти и рубить дерево. Потому что я слишком быстро двигался сюда, туда-сюда. Так, ладно. Где у нас зал картографии? Архив. О, архив. У меня архив нужен. Нужно архива. Для чего мне нужны архивы? Я хочу сгонять. Я специально уже взял вот два куска силы. Чтобы сгонять в архивы, посмотреть, что там мне дадут на изучение. Есть какие-нибудь ящики? Да, есть ящики. Говно. Кстати, отсюда я могу телепортироваться? Нет, это просто образец, скажем так. Да, здесь я ничего не могу сделать. Жаль, наверное, но не факт. Использовать. Получили новый свиток. А, я прям свиток получаю. Клинки вихря. Интересно. Изучена библиотека. Чё?
Библиотека. А черт его знает, что мне там понаизучалось. Химический декор. Ай, пофигу, короче. Вихря. Вот, клинки вихря. 41. Ну, довольно-таки прикольно. В том плане, что это вроде бы как обсидиановая. Меч с ядом. Интересно. Эзотерики. Ага, это опять то же самое. Декоративный металлический череп. Рабочий стол ремесленника. Ладно. Меч с ядом. Меч с добавлением яда. То есть он получается уже сразу же становится ядовитым. Интересно. Но больше осколков сил нету. Так что погнали их фармить. Я сначала думал, можно фармить только... Типа вот как я вот эти два фарманул, да, убиваешь боссов, ну, некоторых боссов. И как боссов, полубоссов, мини-боссов. Кому как удобнее. И с них типа фармится. А нифига. А нифига, я удивился, но они есть во всяких сундучках и валяются они здесь. Это прям было, так сказать, удивительно для меня, если честно. Ты чё? Серьёзно? Козёл. Я, кстати, не знаю, есть толк от фантомной мази или нет. Но я так скажу, хуже точно не будет. Вот, тихо. Нифига себе, накинулись они. Спокойно. Скелеты. Оставим свои косточки на земле. Козлы. Да тихо ты, все, хорош махать. Так. Ну, что-то я с них, да, получаю. Хотя фигня полная. А, кстати, может так? Сера, кость. Не, это значит точно другие. Это простые чуваки. Там точно другие. Так, давай посмотрим все-таки по карте сначала. У меня карта открыта. И давай пройдемся по карте. Первый осколок. Будем прям поочередно идти. По вот этой дебилехонькой карте. Да идите вы в баню нафиг. На вас время тратить слишком долго. Так. Ой, да ладно вам! Ну чё, серьезно что ли, собрались меня атаковать? О, безумцы. Давай посмотрим наверху. Все-таки у меня такое ощущение, что очень много будет где-то по верхам спрятано. Вряд ли будет где-то прям вот, типа, подошел и нашел. Ой, добрый вечер. Чё здесь так скверно накапливается? Кстати, да, здесь есть такие места, где ты можешь встать и в текстурку немножко спрятаться, и для PvP это немножко прикольно. Типа поджидать кого-то, конечно, это крысятничество, но нужно быть аккуратнее, скажем так. То есть ты можешь в текстурку спрятаться, точнее, кто-то может в текстурку спрятаться и тебя так хач! Подождать немного. Здорово! Ой, а вас тут двое? Какие все вот злые, ужас просто. Вот нет бы пообщаться спокойно. Поставшее чудовище. Да тихо ты. Это тоже не то. Надо, наверное, другую статью открыть. Там вроде бы скриншотики. О! Отлично! Обнаружено... Не, все нормально. Скрин не врешет. Все, огонь. Так, и теперь, вот, грубо говоря, то же самое, только с другой стороны. Как мне легче пройти, наверное, все-таки через верх. Ой, какие прям вот это вот звуки идут. Классные. О, а здесь чуваки тусуются.
боец. 480. Да не, как бы я видал и посильнее, но вроде бы с тебя же дропается сердце героя. Если я не ошибаюсь. Вот поналетели собаки нехорошие, а? Так, нет, точно, точно, точно. У меня ДПС что с этого топора, что с того, одинаковый. А суть в том, что я так половчее все-таки двигаюсь. Хоп. Ой, да хорош ты, чё, в натуре что ли? Ты мне хилку сбил. Ах ты скотина паршивая. Я тебе сейчас за хилку. Хочешь вот это поаккуратнее, покрасивее сделать? Не, нифига, козлы. Да, вот на сердце героя. Значит, я правильно помню. А так больше всего ничего не дропается. Ну да. А с вас косточки добудем. Зачем? Мне, кстати, эти косточки. О! А, ну это просто сокровище. Украшение, короче. Нормально. Ой! Ой! Ой, ты я тут всякое говна, оказывается, налутал такого хорошего. Не-не-не. О, ботинки для скалолазания. Кстати, прикольная штука, когда у вас не раскачаны, как у меня, читер на все характеристики. Очень удобно ботинки и перчатки для скалолазания. Здесь они очень сильно помогают. Но! У меня все раскачано. Ладно, погнали туда. Сейчас обойдем эту вот эту и посмотрим. Еще один сундучок. Кстати, вроде бы здесь можно спрыгнуть вниз, и там зал картографии будет. Да-да-да, вон видите, краем глаза видно зал картографии. Но если туда спрыгнуть, там можно сдохнуть. Там я вроде бы даже не помню, но вроде бы с любым количеством хп падаешь, разбиваешься. Там урон, высота слишком большая и падение урон большой. Проверять не хочу, даже с моим количеством хп. Это слишком страхово. И, кстати, да, этот кусок силы, вот этот, как там, чё я там, зачем я пришёл? Осколок силы. Номер 3 находится около первого. Какой козел создавал скрин, я не знаю. Ну, урод еще тот безбожный. Скотина, просто нет бы рядом поставить вот этот, допустим, ты первый сделать, потом второй, третий, и подряд пошел. Не, там третий, пятый. Там первый, третий, пятый. Они все рядом. А! Ну просто есть, когда нужно бегать просто так. Хотя знаешь, тоже вот грех жаловаться. Чувак сделал скрины, обозначил тебе, ходи, брати, а ты такой, ой, мне что-то не нравится. Так, все, идите нафиг, нужны вы мне больно. Да, я бы еще бы более точно бы находил бы, где это вообще была красота. Скажем так, где я только не лазил, и он туда на самый верх залез. А все оказалось намного смешнее. А вот здесь осколок сил находится. Это вот как выходишь из архива, то есть вон обелиск, и он здесь. Да, это я, конечно, могу. Но по карте немножко непонятно было. Хотя вот я подозревал, что где-то внизу, но я решил залезть. Ну блин, не так же прям не так же легко будет. Да, оказалось все-таки легко. Оказалось все намного легче, чем казалось. Вот сейчас смотрю на карту и понимаю, что здесь я залутал номер 3. Номер 5 находится вообще где-то здесь. Здесь. Ой. А теперь возвращаемся к номеру 1. Номер один. Так, погоди-ка. Да по карте. Наверху, что ли? Или наверху. Или чуть-чуть наверху. Ладно, сейчас поищем. О, зато сундук нашел. Это там, где я вот этих всех чуваков развалил. Монетки? Фигня? Но все равно. Халява делал такое. Чему бы и не залутать? Это все пока что еще. Пока что еще. Вот и вся моя, так сказать, на сегодня будет главная мысль. Залез на самый верх, а здесь монетки.
Зачем мне эти монетки? Черт его знает. Но залез на самый верх. Тогда до этого я залазил на какую-то другую, что ли, башню. Ну, получается, что да. Ха, интересно. А я все еще ищу. Так, залез на другую башенку. Ну, в смысле, это же башенка, только с другой стороны. И здесь опять монетки. Задолбали своими монетками. Вы мне осколок силы лучше дайте. Причем на эту я башенку точно не забирался. На другой подобной башенке там вообще ничего не было. И вот на какой-то из этих башен, судя по другим скринам, находится как раз осколок. Ни черта, я думаю, вам не видно, да? Сделаем вот так вот. Вот. Так, хотя бы получше. И вот на какой-то из этих башенок обязательно должен быть осколок. Ну, не факт, что обязательно, но типа должен быть. А они обещали. Ай, тихо. Надо падать. Так, ну тут уже дело принципа, это все дело найти. И... хоп. Короче, не судьба. Как в статье, к примеру, написано, для того, чтобы добыть третий осколок, придется постараться от второго осколка, ну, который я первый нашел, пройдите на север и обойдите высокое здание. Вы увидите лагерь охотников со сокровищами. Высоко над лагерем находится третий ларец. Вот сундучок, вот там лагерь охотников, и вот куда-то сюда показывает стрелочка. Здесь нету, так что либо убрали, либо баганулось, либо еще что. Кстати, вот здесь внутри тоже ничего нет. Если что. Но построить, наверное, здесь прикольно. Ну, вряд ли можно. Фиг с ним. Господи. Тоже делов-то. Погнали дальше. Так, что у нас дальше? Вот обелиск. И спускаемся туда вниз. Вроде как должно быть там. Если верить... тому, что делают. И даже, ну, делают, в смысле, в интернете. Статьи и так далее. И вот даже тут типа наниз показывают стрелочка. Ну, есть или нет, это уже другой вопрос. Пока что вижу только кучу скелетов. Да пошли вы. Ну, не хочу я с вами драться. Чего вы пристали ко мне? Как родные прям бегают за мной. Но я здесь снизу ничего не вижу. А, там стрелочка вот, типа, указывает вот на вот такое вот место, только с той стороны. Ай, ёлп, твою ж за ногу. Ой, да идите в баню. Да-да, вроде ничего не вижу. Ну давай залезем повыше, посмотрим, что вообще там. Не, там тоже какая-то фигня была. А потом мне скелеты надоели, я их завалил. Еще раз прошелся более аккуратно и все равно ничего не нашел. И пофигу. Где-то здесь, под мостом. Ой, добрый вечер. Кстати, вот на этот топор я не могу фантомную мазь нанести. Я не знаю почему, но не могу. А, пишет, типа, нельзя и все. Без каких-либо объяснений. По радару бью. Да подожди ты. Видишь, у нас тут это. Файт. Че ты? Ой, по микрофону ударил. Встревает что-то вот в натуре. Оп. Так, есть что? Мох ты, ну нифига себе. Вот, смотри. Вот сюда могу. А вот сюда не могу. Невозможно, говорит, нанести фантомную мазь. Ну, короче, встретились два дебила. Вот, нанесли вот это вот. И погнали, короче, мочить его. Добрый вечер. Слушай, это уже посерьезнее, дядя.
Да пошел ты. О, красава. Промахнулся. А так вот. Батина тебе нету. Хе-хе, чтоб не промазывал. Так. Еще один осколок силы. Это хорошо. И, кстати, по идее, здесь можно будет пофармить их, то есть... О! Знал, что что-то будет. По идее, здесь они должны спавниться по-нормальному. О, кстати, погоди. А так? Черепок. Да и пошли вы. Так, ладно. Куда идем дальше? Где-то туда. Кстати, да, еще говорят про такую фигню, что может просто не появиться. Не появиться в каком плане? Может, ну, на серверах-то, понятное дело, там вообще изи-бризи. Кто-нибудь за тебя залутал, и пока она появится, вот это вот все. Это понятное дело. На локалке, ну, собственно, как и с метеориткой. Может что-то пойти и не так. Типа, не срабатывает скрипт, и все. Кстати. Я снять могу. Так вроде выносливость меньше тратится. Но тут все равно уступок, так что нормально. Так. Кусок блевоты, бесячая тварь. Вот это прям очень сильно бесит, когда вот так вот перематывает. Причем какого фига, черт ее знает. Но вот так она любит перематывать овца. Долбанный инвентарь бесит у меня в этом плане. Конечно, очень-очень сильно. Так. Где у меня... Сраный бердюк, во. Что-то здесь горло пересыхает. Прям очень сильно. Хотя, может, из-за того, что я лазю, хотя, может, из-за того, что воюю, черт его знает. А может, из-за того, что сквер накапливается. О, здорово! О, фрагмент. Отлично. А здесь монетки. Вот даже золотые монетки. Очень даже неплохо. Так, ладненько. Это сколько у меня уже осколков? 4. Нормас. В библиотеку сгоняем. Кстати, вот туда я наверх залазил. Не знаю, то ли ачивка игры была, то ли что. Но, в общем, мне ачивку дали. Или достижение какое-то заработал. Чёрт его знает. Или, ну, там еще что-то, кстати, вроде наверху лежало. Или я с той башней попутаю. Но мне было нефиг делать, я туда залазил. На сервере. Так, идем вот сюда, в пустынку, в центр экрана. Ой, это что, мне обратно возвращаться? Обратно возвращаться, вот туда. Где-то там должен быть чувак. Ну, хотя не сильно-то уж обратно. Ой. И, кстати, да, тот осколок у меня, где я наверху лазил, он не заспавнился. Потому что я сейчас посмотрел специальный видос. Думаю, ну, блин, мне прям интересно, где. Не один видос. Уже еще дополнительный. Да? Я искал правильно, но нифига не нашел, потому что нифига не было. Ну, такое бывает. Так, где-то вот там должен быть. Я не знаю, зачем мне это, но пускай будет. Хочу. Поржать можно. Так. А, вот он ты. Господи, я тебе из-за камней даже не признал. Тоже жесткий чувак. Тоже является мини-боссом. Но благодаря моей броне, благодаря моей читерной раскачке, я буду называть все-таки читерной, когда просто ты вкачиваешь абсолютно все характеристики, это все-таки читерность. С одной стороны, с другой стороны, это моды. Я смотрел моды, что я только там не находил. Там можно и статы по 30, и вроде по 60, что ли, или там что-то, короче. Ну, в общем, здесь мы можем прокачивать характеристики вот по 20, а там еще больше. Ну, то есть, как бы, вот это уже читерно, не спорю. А это, как бы, такое себе. А откуда я это узнал? Ну, я искал этот. Да ты серьезно, ты меня опять бутылист похабил, ах ты скотина. Этот, я искал что-нибудь типа подзорной трубы. Знаешь, как подзорная труба в арке? Смотришь, короче, в нее и видишь вдалеке, допустим, левел диносов. Очень кайфовая штука, прям очень кайфовая штука, прям да нельзя. Пошел ты.
О, еще один осколочек. А, подожди, что тут? Рукавица громила? Ого! Прочность 72. Подожди. А моя? 72. Запас силы. Средний доспех. Легендарный. Ага, ну да, моя лучше. А, в том плане, что защита дает больше. Ну, это дает запас силы. Средний доспех. Легендарный. А, интересная, прикольная штука. Ради такого надо строить манекен. Есть вон здесь можно на него надевать это. О, кровь демонов, отлично. Если можно надевать шмотки, то нужно его делать. Так вот, искал подзорную трубу, не нашел подзорную трубу. Если знаете какой-нибудь мод на подзорную трубу, или как с помощью мода вот это PP User Server, то есть у меня же есть Home, да, Set Home. Если с помощью него можно как-то смотреть вдаль на какую-то кнопку, как использовать как подзорную трубу, чтобы понять, то есть вот залез наверх, посмотрел, ага, видишь там, допустим, этот, ой, господи, ну, допустим, броник первого левела, или тебе не нужно спускаться вниз. Очень удобная штука была бы, но, увы, потратил я время немножко зря. Так, возвращаемся сюда, и судя по скрину, где-то вот здесь находится... О, прикольно. Где-то вот здесь находится, и вроде бы наверху. А также, судя по скрину, другой находится с той стороны. По идее, тоже где-то наверху. Да, сейчас главное вот не тупить вот так вот, чтобы он цеплялся нормально и полз. Ну, бывает и такое. Он у меня свалился. То есть прям, он просто отцепился и не хотел цепляться. Момент истины и... Пфф, ничего. Если что, осколок силы должен быть здесь находиться. Но не судьба. Здесь у нас... Так и... вот он, осколок силы. Походу дела, это он. Здесь у нас ничего. Да, я колоду не ошибся, здесь прямо именно в углу. А это вон. Ой, тихо-тихо. Да-да-да, вон на осколок силы. Вот, видишь, как она прибавляется? Вот. Вот нужна подзорная труба. Вот прям. Ух, фрум, как нужна. Столько всего всякого говна, а подзорной трубы нету. Ужасно. Так, ладно. Здесь ничего нету. Спускаемся вниз. Главное вовремя зацепиться. И когда чувак начинает уже вот это вот кричать, о, дракоша, здорово, то значит старайся куда-то зацепиться, иначе сдохнешь. Вот прям коротко и ясно. Так бесит это. Тихо-тихо-тихо. Да. Вот это бесит. Он просто срывается. Я сейчас из-за этого чуть не улетел. Вот. Во. Вот там есть еще это купол. Осколок силы. Точнее, фрагмент реликвии. 6. Уже хорошо. И чё там у тебя по здоровью? Не вижу, но такое ощущение, что очень много. Ой, ну вроде бы с него тоже дропается. А, тихо-тихо-тихо, я думал там колонна! На нафиг! Вот, слышали, он уже стал кричать и... В общем, повезло мне. И очень сильно повезло. Так, ну, по сути, вот этот дракончик, может, так сказать, и ни к чему. Но чисто вот как фарм. Вот рог дракона, вот это вот и все. Очень даже неплохо. Кость дракона. Чисто подфармить, когда у тебя еще ничего не выфармлено, есть смысл. Так, чисто баловство ради.
Ага, прикольно. А, хорошая ремонтка мне выпала. Откуда столько факелов? Двухминутная особенно. Так, с нее. С нее у нас дропается фрагмент. Это факт. А также дропается еще всякая фигня по мелочи, что логично. Но вот здесь я глянул. А, здорово! О! Не заспавнился! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ух ты ж, кочегарит-то как! Там тоже должно быть. Сколько тебе хп? А не многовато ли? Да. Уж. Не-не-не. Соло я это точно не потяну. Да тихо ты. А, в каком плане в соло не потяну? А, в том плане, что... Ха! Ты баганное создание. Хорош через текстуры ходить. Хотя вот если в так... Ух ты ж... Скотина. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ой! Ай ты, твою мать! Ой, все, хорош хиляться! Так, не-не-не-не-не. Ну нафиг, давайте каем отсюда. Пошел ты, дракон, нафиг. Точнее, драконика! Иди! В общем, здесь желательно, чтобы был танк. Танк в виде мечника, у которого и хп поболее. Ладно, ладно, все, 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 блин, побаловались и хватит. Уж не так-то уж и мне нужно было... Ай, твою мать! Кочегарит-то как, а? Вот вас мне еще не хватало. Все. Задиспавнилось. Все, надо от этих скелетов оторваться. Сейчас они отойдут, и все будет хорошо. Ого, нафиг. Хм. Пока бегал туда-сюда, чувак заспавнился. Ой, только я скелетов с собой притащил. А они тут и так без меня были. Че, увечья получил? Ужас. Кошмар. Ну вот как вот так понимать, а? Взял и загрелся на меня. Вот чисто бью по радару. Э, ты-то к чему пришел сюда? Ну что за беспредел? Чисто гопники конкретные. Ты вообще не в мою сторону смотрел. Ты как... А! Ну вот, отлично. Кошмар! Кошмар, кошмар, кошмар. А может я далеко отошел? У меня так... Хорошо спавнился. Да нет. Пустой. А этот заспавнился уже. Спавн мобов и спавн ресурсов одинаково, что ли, в этой игре? Ну, прикольно. Просто у меня спавн ресурсов стоит нормальный. Ну, чтобы я не ждал там полдня, пока что-то заспавнится. По ходу дела и спавн их тоже нормально настраивается. Ну, хотя бы, типа, вместо дракошки. Ого, там какой-то шлемачок. Легендарный. А, шлем Скорпиона. Ошеломляющий урон. Средний доспех. Урон спутника. Прикольно. И прочный доспех 143. А, здесь 200. Ну, то есть они в любом случае все хуже, чем вот этот доспех выходят. Ну, допустим. Так, а я вообще другого искал. Он, наверное, где-то по верхам тусует. Темно, да? Так, вон там дракошка внизу. А здесь должен быть скелетончик. Ну, тоже жесткий. Не знаю, как сюда забираться наверх по-адекватному. Но я сюда заползал и долго. Так, вопрос вон тем скелетам, сагрятся они или нет. Да вроде бы нет. Тихо, 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 тихо. Давай-ка вот без этого.
Так, так, так. Ну, хотя бы один раз попал. Тихо! Да, этот чувак, конечно, еще та задница. Но с ним легко. Как я туплю после того, как намахаюсь топором, а точнее дубиной, так и вот он тупит. Уж если я знаю, как с этим справляться, то уж против него, соответственно, тоже могу знать. Особенно, когда вот он так вот упирается в стену. Вообще красота. Кстати, я до сих пор не знаю, это фантомная мазь мне помогает или нет, но... Статус накидывает? Накидывает. Значит, должна помогать. Ничего не знаю. Все, эффект прошел. Так, просто я хотя бы быстрее это... Прихожу в боевой режим. Де-де-де. Чпунь-чпунь. Отличненько. Всякая фигня. Но самое главное, это осколок силы. 8 штук. 8 штук. 2 я уже потратил. Так что... Погнали в библиотеку. Так, ну-ка, что по пути еще есть, нет? Так, ну раз уж по пути немножечко, да и в целом здесь всегда недалеко, сгоняем сейчас к другому дракону и такая, типа, мининочка. Если получится пару штук еще залутать, будет прикольно. Один дракончик находится там. Сейчас мне будут кранты. О, не, повезло. Дракончик там. С драконом вроде бы не трогается, но типа есть за ним точка спавна. Сундучка с осколком. Ну, здесь также можно дракончиков пофармить, но... Ой, да ладно тебе. Но здесь опять ничего нету. Знаешь, защищаешь себя как будто на сервере. На сервере, где... Сколько ты жиробас? Что у тебя здоровье? На сервере, где все постоянно кто-то лутает. Вот реально, я себя ощущаю именно вот так вот. Вот без шуток. Сколько уже? Половина где-то из того, что я пытался... Ну ладно, не половина, может треть. Из того, что пытался найти, ничего нету. Ха, вот задница. Ой, да ладно вам, чё вот это пристали-то ко мне? Ну и погнали туда. Такая там... Типа нычка. Но в которой лежит осколок. Ой, это тут как все серьезно. Ух, ну хоть драконы задеспавнились. Где-то здесь. А черт его знает, давай заберемся заодно от этих всех избавимся. Ну вообще-то да, вообще-то здесь. И он должен был там быть внизу. Но я его не вижу. Вот здесь должен быть. Вот это бесячая собака. Вы бы знали, насколько это бесит. Когда даже на серверах люди играют, у них это есть, а у тебя на локалке этого нету. Все. Вот хотел же сразу никуда не идти. Не, вот попёрся. Хотя, может, с этой стороны? Да нет, здесь тоже ничего. Здесь они полукружиком, да, все такое тут? Да, то есть серенька наполовинку. Ну, нету и нету. Погнали, скинем копочки. Попробуем что-нибудь поизучать, посмотрим, что нам вообще выдало в плане изучения. Да, ну осколки, конечно, бы полутать было бы неплохо. Также, да, вот я вот в пещерах лутал осколки. Тоже как бы фигня вопрос, не обязательно только здесь. Мест полно, но нужно будет обязательно... возможно, в следующих каких-нибудь сериях, ближайших сериях, пойдем по пещерам. Но самое что смешное, у меня скоро будет чистка. Следующая. Вторая чистка уже будет. О, здорово. Вот, так что это куда прикольнее. То, что... По сути, я ничего не сделал. Вот, про то, что между началом игры и первой чисткой у меня там много всего получилось сделать. А тут как бы и ничего. Кстати, погоди-ка. А, мне вон туда надо, не сюда. О, господи, далеко-то как. Ну, зато здесь уже заспавнилось. Всякая гадость.
Так, здесь же вроде бы больше ничего нет, только вот в этом месте можно это все изучить. Получили новый свиток. А давай все. Что нам дают? Двуручный меч с ядом, лопата могильщика, ножка от стола, укрепленная табуретка, скрижаль силы, скрепа мертвецов, розочка и пика с ядом. Это, конечно, да. Давай изучим то, что с ядом. Вот, пика с ядом. С ядом. Пика с ядом. И... А, вот, пика с ядом, а этот двуручный меч с ядом. Хотя больше смакивает вот это на меч, а вот это на пику. Честно. Бог с ним. Дальше что у нас идет? Кстати, может так? Ага, ну вот так хотя бы. Скрепы мертвецов. Может, я что-то неправильно прочитал? А, вот! А, заглавный же! Скрепа мертвецов. Слушай, интересно. Рабочий стол палача. Так, у меня осколки в силы все закончились, да? Отлично. Давай прописываем хом. Во-первых, у меня скверно будет убираться уже потихоньку. Перевес. И нет, перевес. Слушай, ну вот это вот даже интересно, сколько у нее прочность. Это у нас стол, а нет, стол палача у нас здесь. На столе палача. А, здесь прочность не показывает. Сердце героя. Слоистый шелк, осколки силы. Да. Не показывает. Ох, еще храмы надо поизучать, поустанавливать их всех. Ужас. Так, скверн-то будет убираться? А, так скверну... Да, то, что они в трех, конечно, это вообще красота. У меня уже вся скверна убралась. Прямо вот так, по щелчку пальца. Так, ладно. Укрепленная табуретка. Интересно. Ой. Табуре. Табуре, блин. Для пьяной драки. Понятно, это типа молота. Но, честно, пока что всякая фигня. Ну ладно. Вот это вот было прикольно. Так, скрижаль силы. Лассо, как там? Поводок, короче. Так, скрижаль силы. Табличка на себе знания древних. Ха, интересно. Если знаете, что это за фигня, скажите мне. И вообще, можно что-то отсюда достать интересное? Тоже было бы интересно. Есть смысл на это все тратить, на все изучения? Розочка, это по идее для пылка пьяной драки. Понятно. Это два кинжальчика типа. Ножка от стола, лопата могильщика. Давай сразу же изучаем. Лопата могильщика. Опять для пьяной драки. Интересно даже, что как меч используется или как. И ножка от стола. Урон здоровьем. Ну, в общем, короче... Всяк фигни понадобывал. Ну и бог с ним. Так, а это у нас затупленная деталь для оружия. Прикольно, доработанная. То есть это посява, я бы так сказал. О! Зато могу в очи поставить. Хе-хе. Рабочий. И, кстати... О, выглядит-то прикольно. Но по защите не очень.
Надо стенд делать с ними. И туда все это выставлять. Чтобы было красиво. Ну, если такое есть. Что-то я, честно, и не помню. Ладно, на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Вот так сумбурно, дебильно все вышло. Скоро у меня будет чистка, но до чистки, я думаю, еще успеем дойти. Хе-хе. До чистки еще успеем куда-нибудь пройтись. Хотя, наверное, я бы попробовал изучить все алтари. То есть пройтись по всем религиям. Вот это бы, наверное, было бы в первую очередь. Изучать это не хочу, потому что у меня больше уже не капает очков изучения. А лучше что-нибудь изучу нужное. И броника бы найти. Хорошего. Ладно, на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моими видео со своими друзьями. На это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.